Здравствуйте! В эфире выпуск новостей. В студии Александра Роднина. В Суворовском районе на пешеходном переходе сбили ребенка. Мальчик госпитализирован. Авария произошла в воскресенье на улице Академика Заболотного. 52-летний водитель автомобиля «Волга» совершил наезд на ребенка-пешехода. 10-летний мальчик переходил проезжую часть по регулированному пешеходному переходу. Пострадавшего с травмами госпитализировали, сообщили в патрульной полиции. А в Киевском районе в результате столкновения иномарок пострадали 2 человека. Водитель автомобиля «Мерседес», выезжая с улицы Рассвета на Люсдорфскую дорогу, не убедился в безопасности маневра, не пропустил «Део» и столкнулся с ним. 2 пассажиров «Део» увезла скорая. В Одессе начался отопительный сезон. Об этом сообщили в ходе аппаратного совещания. В первую очередь, отметили в мэрии, будут подключаться социальные объекты. А в течение недели отопление получат и жилые дома. Температура понижается. Сегодня договора коммунальных предприятий теплоснабжения «Снабнефтегаз» подписаны. Ну и еще вопрос в стадии решения по нашему государственному предприятию ТЭЦ. Мы со своей стороны отработали все вопросы, направили соответствующие обращения, но уже вопрос будет решаться на уровне кабинета министров. Было проведено совещание. Надеемся, что вопрос будет решен положительно в ближайшие дни. Какие объекты будут отапливаться в первую очередь? Изменились ли тарифы? И как происходит подготовка к зиме в Одессе, рассказали профильные специалисты. Хоть отопительный сезон уже объявлен стартовавшим, однако среднесуточная температура воздуха, согласно нормам, еще недостаточно низкая, отмечают эксперты. На сегодняшний день, согласно температурному графику, который мы имеем, то температура среднесуточная на данный момент составляет 12,4 градуса. Вы знаете, что по санитарным нормам мы должны начать отопительный сезон при температуре 8 градусов трехдневной среднесуточной температуры ниже 8 градусов плюсовых. Тем не менее, согласно распоряжению городского головы, отопление будет подано, как только будет дан газ на котельные. Это займет около 4 дней, отметили специалисты. В первую очередь у нас будут поданы теплоносители в детские сады, школы и здравоохранение. Затем, по мере поступления заявок в дома, где есть приборы учета и созданного СМД и ЖСК, по подаче этих заявочек мы будем производить включение и подачу теплоносителя в бытовую сферу. В ведомстве отметили, что в преддверии отопительного сезона более 1200 повреждений было выявлено при гидравлических испытаниях. На сегодняшний день все они устранены. Проведено на территории города Одессы это 2 гидравлических испытания. Эти испытания выявили ненадежные места, которые были восстановлены, отремонтированы, заменены. То есть силами теплоснабжения города Одессы были проведены планово-предупредительные работы по нормализации работы теплотрасс. Чиновник заверил, что ТЭЦ также подготовлена к запуску. Что касается подготовки зоны ТЭЦ, то есть сам теплоноситель сразу не подается по причине того, что необходимо подготовить химподготовленную воду, запитать теплотрассы, запитать здания, сооружения, с тем, чтобы потом можно было разжечь котельное оборудование и подать уже непосредственно теплоноситель. Эксперт затронул и глобальную тему для Одессы. По его словам, второй сезон планомерно проводятся работы по капитальной перекладке теплотрасс. В дальнейшем новые трубы позволят одесситам экономить. С прошлого года мы приступили к замене теплотрасс, которые мы меняем по новой технологии, прокладывая новые трубы, предизолированные, которые исключают практически потери теплоносителя на транспортировке, что положительно влияет на себестоимость продукции. То есть чем меньше потерь, тем меньше затрат необходимо. В случае непредвиденных аварийных ситуаций на отдельных участках подача теплоэнергии прекращаться не будет, заверили в департаменте. Система теплоснабжения города Одессы сделана таким образом, что если какой-то из участков на сегодняшний день перестает функционировать, то его можно запитать с прилегающих территорий, с прилегающих котельных. То есть взаимозаменяемость данного объекта, в общем-то, во всех случаях предоставляет возможность произвести
переподключения к источнику тепловой энергии. Для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии тариф составляет чуть больше 31 гривны за квадратный метр. Не изменились и суммы оплаты потребленных гигакалорий. На сегодняшний день тарифы для населения 1223 гривны за гигакалорию, для бюджетных организаций 1415 гривен за гигакалорию, для прочих 1826 гривен за гигакалорию. Значит, эти тарифы как были, так и остались. Тариф на горячую воду остался с полотенцесушителем 75,97, без 70,26. Напомним, для малообеспеченных одесситов по-прежнему действует программа получения субсидий и компенсаций, которые помогают жителям справиться с бременем коммунальных платежей. С рабочим визитом Одессу посетил посол Европейского Союза в Украине Хьюг Мингареллі. Дипломат провел несколько встреч, одна из первых со студентами. Ведь именно молодым ребятам развивать успешное сотрудничество со странами Европы, подчеркнул Хьюг Мингареллі. Также запланированы встречи с представителями органов власти и бизнесменами. Отношения между Украиной и Европой начали развиваться более 20 лет назад, и с тех пор плотное сотрудничество планомерно расширяется, отметил дипломат на встрече со студентами. Раньше в вашей стране немного абстрактно воспринимали Европу, но после некоторых событий, которые произошли еще после Оранжевой революции, большинство украинцев и живущих тут людей выявили желание видеть свою страну, двигающуюся в направлении Евросоюза. Цель визита посла – поделиться европейским опытом становления государства. Мы здесь в ответ на желание украинского народа перенять европейский опыт в построении современного и демократически развитого общества. И сегодня мы делимся накопленным опытом, в том числе при помощи лекторов-учителей. Вы находитесь на независимом европейском континенте. Украина – одна из самых больших стран по территории в Европе. У вас есть все, но несмотря на это, большое количество населения сейчас вынуждено выживать. По мнению спикера, основной проблемой Украины по-прежнему является коррупция. К вам не приходят инвестиции, которые не создают рабочие места. А почему, собственно, к вам не приходят эти иностранные инвестиции? Это все из-за коррупции. Когда мы спрашиваем немецкую, французскую, испанскую компанию, почему вы не инвестируете в Украину, они отвечают, что невозможно создать хороший бизнес в условиях коррупции. Коррупционные схемы недопустимы во всех сферах деятельности успешного государства, подчеркнул дипломат. У вашей страны очень много перспектив, но иностранные компании, вкладывая инвестиции в эту страну, приобретают собственность. Дальше могут возникать различные споры, которые решаются в судах. Поэтому суды также должны быть свободными от коррупции. Сейчас этого нет, и именно этого боятся инвесторы. Поэтому один из главных вызовов для вашей страны – дело чести для Украины – избавиться от коррупции во всех ее проявлениях. Борьба с коррупцией – это бесконечная битва. Но вам нужно сделать все, чтобы выиграть в этой битве. Для того, чтобы граждане смогли жить в современном демократическом государстве, Украине необходимо привлекать инвестиции мировых рынков, иметь прозрачные отношения в экономике, юстиции, административных структурах, производить безопасную продукцию, а также не пресекать свободу мысли народа, уверен посол ЕС. И снова вернемся к вопросам, обсуждаемым на аппаратном совещании в мэрии. С апреля прошлого года в Одессе демонтировано 892 конструкции, которые ограничивают движение. Личные виды незаконно установленных конструкций, юнипаркеров, лежачих полицейских, бетонных блоков, шлагбаумов. Все это мешает движению транспорта и пешеходов, подчеркнули в мэрии. За 18 месяцев департамент совместно с КП ЖКС и КП «Городские дороги» демонтировал 499 единиц незаконно установленных элементов благоустройства, в том числе 337 мини-паркеров, 50 бетонных блоков, 76 столбиков, шлагбаумов, ограждений и 25 лежачих полицейских. Рекордсменом по данному виду нарушений признан Приморский район. Очевидным являются многочисленные факты незаконной установки демонтированных конструкций в Приморском районе, 647. С разбивкой по видам элементов лидирующую позицию занимают юнипаркеры, их 81% от общего числа демонтированных. Демонтаж таких конструкций, посетовали в мэрии, делают и общественники. Но, по словам специалистов, такие действия повреждают тротуары и дорожное полотно. Поэтому чиновники настаивают на том, чтобы одесситы оперативно информировали профильные структуры по каждому выявленному случаю. Мы видим по динамике увеличивается количество демонтажа. Но я смотрю, люди в любом случае идут на то, что устанавливают самовольно, даже повторно, как вы говорите,
Я думаю, здесь должна быть работа всех подразделений. То, что вы правильно сказали, информировать. И должна быть очень оперативная реакция на вот эти самовольные действия. Зашла речь и о техническом состоянии здания по переулку Чайковского, 4. Необходимо выполнить работы по капитальному ремонту стен здания, усиление всех оконных проемов, восстановление декоративных элементов, соответственно, ремонт балконов, кровли по всей крыше и прочее. Жилой дом является памятником архитектуры. Обнародованы суммы, необходимые на освещение лестниц, ведущих к пляжу «Дельфин». Где-то порядка 250 тысяч гривен нужно. Ну, это на одну из лестниц, которая ведет к трассе здоровья. Таких лестниц у нас несколько, которые были отреставрированы, благоустроены. Ну, естественно, там должно быть освещение. Так что Горсвет планирует департамент городского хозяйства на следующий год финансирование по вот этим лестницам, которые должны быть освещены по строительству, установке опор, наружного освещения. Помимо этого, на аппаратном совещании было отмечено, что в мэрии подготовлено обращение в Кабмин о том, чтобы дома, которые находятся на сопредельных с Одессой территориях, подключить к городским энергосетям. Еще один аспект обсуждения – перспектива сдачи в аренду неиспользуемых помещений, расположенных на территории медучреждений коммунальной собственности. Арендуется 7386 квадратных метров, что позволяет получить в бюджет 15 миллионов гривен. Эти средства департамент здравоохранения считает крайне необходимыми оставить на развитие системы городского здравоохранения. И просим, чтобы эти ассигнования остались в департаменте здравоохранения. Коснулись чиновники и вопросы реализации проектов в рамках программы «Социально активный гражданин». В полном объеме выполнен пока только один проект – обустройство детской площадки по улице Героев обороны Одессы. Он обошелся в 205 тысяч гривен. На разных этапах реализации находится 22 проекта из 40, уточнили в департаменте финансов. Со своеобразной инспекцией программы «Помощь вашему дому» накануне в Киевском районе Одессы побывал депутат Одесского областного совета Виктор Баранский. Встреча с жителями ОСМД «Дружный 59» и ЖКС «Киевский 16» прошла продуктивно, отмечали ее участники. Люди рассказывали депутату, что уже сделано в рамках программы, делились своим видением решения проблем благоустройства домов и прилегающих территорий. Программа «Помощь вашему дому» была создана по инициативе депутата Одесского областного совета Виктора Баранского более года назад. И сегодня участие в ней уже принимают более 300 одесских многоэтажек. Причем на какие жилищно-коммунальные проблемы дома потратить выделенные средства, говорят горожане, они решают сами на общем собрании. На встрече с Виктором Баранским они рассказали, что уже было сделано за истекший срок и какие проблемы еще необходимо решить. На всех 5 домах, вот где текла крыша, то есть с его помощью закупался рубероид и делались работы. То есть сейчас крыша в нормальном состоянии. Вот, с помощью Баранского покупались ледовские светильники в 2 парадных одного дома, полностью заменены светильники. Это огромная экономия у нас получилась в месяц, 61 киловатт всего лишь. Вот. И еще закупаются, чтобы в остальных парадных полностью тоже заменить. В рамках программы помощи в домах ОСМД также были утеплены трубы горячей воды, что позволило избежать теплопотерь, говорят жители. Отремонтированы и машинные отделения в лифтовых. Преобразилась и территория дворов, отмечают жители. Благодаря Виктору мы смогли собрать и как бы сделать песочницу, столик и облагородить до конца как бы непосредственно нашу зону для маленьких детей. Вот, потому что это необходимо. Маленьких детей у нас много, очень много. Разделяют мнение соседи и жители дома по Люздорской дороге 178/1. В ЖКС «Киевский 16» в рамках программы «Помощь вашему дому» была решена проблема подачи холодной воды. Наш дом участвует в программе помощи домам, и вот мы за вот это время, что помогает нам Виктор Сергеевич, значит, сделана вода холодная, счетчик на отопление, климат-контроль поставлен, все. Теперь жильцы кооператива просят помочь отреставрировать старую детскую площадку, убрать опасные элементы, сделать ее более комфортной и современной. Виктор Баранский, в свою очередь, отмечает, в рамках программы «Помощь вашему дому» удалось сделать многое.
Эффективность работы подтверждается на встречах с людьми. За 15 месяцев отремонтированы крыши и почти 180 парадных. Заменены окна и двери в десятках многоэтажек. Установлены экономные LED-лампы и теплосчетчики. Дома оборудуются инвентарем для обеспечения пожарной безопасности. По словам депутата, такая помощь сегодня крайне необходима, учитывая тяжелое положение, в котором сейчас находится большинство украинцев. Мы со своей стороны на местах пытаемся сделать все и делаем. Я надеюсь, что эффективно, я вижу, что эффективно, для того, чтобы облегчить и улучшить условия жизни для наших земляков, для жителей Киевского района. А в скором будущем нас ждут и президентские, и парламентские выборы. Я надеюсь, что к власти придут люди ответственные, люди слова, которые прекратят боевые действия, начнут восстанавливать торговые и экономические связи, которые у нас существовали десятилетиями, которые были разрушены, и выводить страну из экономического и политического кризиса, в который ее завела действующая власть. В рамках встречи в Киевском районе обсуждались не только итоги проделанной работы, но и дальнейшие планы взаимодействия депутата и горожан. В Одесском международном аэропорту задержали иностранку с двумя детьми. Жительница Ирака пыталась выдать себя за гражданку Турции и незаконно въехать в Украину ночным рейсом из Стамбула. Но инспектор усомнился в подлинности предоставленных женщиной документов. Во время углубленной проверки паспорта обнаружилась подделка персональных данных на информационной странице. О предосмотре багажа задержанной обнаружены три паспорта граждан Ирака. Но эти документы, по информации Госпогранслужбы, содержали поддельные визовые этикетки Украины. Пограничники отказали иностранке в пропуске через госграницу. Поддельные турецкие паспорта изъяли, а настоящие иракские украсили штампами о запрете въезда в Украину сроком на 3 года. Затем гражданку Ирака вместе с детьми отправили обратным авиарейсом в Стамбул. Спасатели тушили пожар в Аркадии. Люди не пострадали. Загорелось одноэтажное здание по адресу Гагаринское плато, 5А. На месте ЧП работали 3 пожарных расчета. Здание выгорело практически полностью, пострадавших нет. Помещение было нежилое и заброшенное. В завершении выпуска напомним, что показалось важным в этот день нашим корреспондентам. В этот понедельник дан старт отопительному сезону. Температура понижается. Сегодня договора коммунальных предприятий теплоснабжения «Снагнефтегаз» подписаны. Ну и еще вопрос в стадии решения по нашему государственному предприятию ТЭЦ. Мы со своей стороны отработали все вопросы, направили соответствующие обращения, но уже вопрос будет решаться на уровне кабинета министров. Было проведено совещание. Надеемся, что вопрос будет решен положительно в ближайшие дни. Чиновники обещают, что никакие аварии в зимний период не скажутся на температуре в помещениях. Система теплоснабжения города Одессы сделана таким образом, что если какой-то из участков на сегодняшний день перестает функционировать, то его можно запитать с прилегающих территорий, с прилегающих котельных. То есть взаимозаменяемость данного объекта, в общем-то, во всех случаях предоставляет возможность произвести переподключение к источнику тепловой энергии. Одессу посетил посол Европейского Союза в Украине Хьюг Мінгареллі. У вашей страны очень много перспектив, но иностранные компании, вкладывая инвестиции в эту страну, приобретают собственность. Дальше могут возникать различные споры, которые решаются в судах. Поэтому суды также должны быть свободными от коррупции. Сейчас этого нет, и именно этого боятся инвесторы. Поэтому один из главных вызовов для вашей страны – дело чести для Украины – избавиться от коррупции во всех ее проявлениях. Борьба с коррупцией – это бесконечная битва, но вам нужно сделать все, чтобы выиграть в этой битве. Обо всех этих и других важных событиях дня мы расскажем в наших следующих выпусках новостей.